Памятник ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане ждет масштабное обновление. Будущее мемориального комплекса сегодня обсудили губернатор Андрей Бочаров и директор музея-заповедника Алексей Васин. Решение выделить на реконструкцию главной высоты России 2 миллиарда рублей в ноябре прошлого года приняла Государственная Дума России. Уже в этом году регион получит 1 миллиард рублей, столько же заложено в федеральном бюджете и на 2018-й. К работам на Мамаевом кургане приступят уже весной. Скульптуру «Родина, мать зовет» оденут в строительные леса. Ее ждет капитальная реставрация, которая должна завершиться к юбилею Сталинградской битвы. Надо понимать, что такого рода реставрации не было со дня постройки главного монумента. То есть полвека она верой и правдой служила нашему народу, но вот наступил момент отдать дань должное. Вот. Работы очень тяжелые, очень сложные. Сам главный монумент будет закрыт в леса сроком примерно на год. Будут работы по поверхностному слою очень тяжелые, замена полностью поверхностного слоя, морфологии, замена полностью канатной арматуры, замена арматуры железобетонной. В общем, большие работы по укреплению внутренних конструкций.